Дамы и господа, бойцовское шоу продолжается. Мы представляем вам двухраундовый бой. Женский бой в весовой категории 60 килограммов. И в синий угол добро пожаловать, боец из Москвы. Встречайте, Алина Нургалиева! Из Москвы. Встречайте, Виктория Шалимова! Призер турнира «Дни воинской славы» по грэпплингу, дамы и господа, представляющий центр единоборств «Русич» из Москвы, Алина Нургалиева! А вот ее соперница в красном углу. Ей 19 лет, рост 168 сантиметров, вес 60 килограммов. Призер чемпионата мира по тактической борьбе 2013. Чемпионка мира по грэпплингу, которую она завоевала буквально вчера, 2014. Победительница международного турнира по боевому самбо, дамы и господа, из Люберец Виктория Шалимова! Николай Шарипов. Сейчас услышим! Надо быть.
поддержать девчонок. Поддержка ваша, Троицк! Продолжается! Первый раунд, аплодисменты!
И отдельные аплодисменты очаровательным девушкам с табличками раундов Green Card Girls. Секунданты за ринг. Thank you.
За удар открытой ладонью получает предупреждение боец из красного угла. Ваша поддержка, дамы и господа! Время! Поединок завершен. И слово за судьи. Для награждения приглашается директор Московского центра поддержки ветеранов войск спецназначения «Град» Леонид Шевелев. Итак, дамы и господа, по завершении двухраундного боя, единогласным решением судей, победу одержал боец из красного угла Виктория Шалимова! И аплодисменты.